against I. Flesh of my flesh, your mind of my mind. Two of a kind, but one won't survive. My image is reflecting the enemy's eye, and his image is reflecting mine at the same time. I get shy. Flesh of my flesh, your mind of my mind. Two of a kind, but Airsoft. Стрелок готов. Начал, Вадя. Дорогие друзья, всем привет. Продолжаем серию, цикл серии наших передач. Вот, сегодня у нас вторая серия. Мы обещали записать про безопасность, но мы решили, что немножко изменим порядок вещей. Про безопасность будет следующая серия. Эта серия будет про то, потому что про то, как вообще попасть в этот спорт и что для этого нужно. С нами опять Сергей. Всем привет. Вот, и я ему передаю слово, потому что это его прерогатива. А с чего следует начать? Рекомендую зайти на сайт официальной федерации ipc.ru, и там, походив по разделу, можете увидеть региональные федерации, то есть в каждой области существует своя федерация, их уже свыше полусотни, этих федераций. Например, можем рассказать за нашу, да, Санкт-Петербурга, федерация Санкт-Петербурга, есть еще федерация Ленинградской области. Соответственно, там существуют контакты в этих разделах, куда вы можете позвонить и уточнить, что необходимо, где они находятся, да, и так далее. Вот. Также можете воспользоваться банально поиском, не знаю, Яндекса, Гугла, где вы сможете найти информацию о тех клубах, которые есть конкретно в вашем регионе. В нашем регионе есть несколько клубов, таких как наш Санкт-Петербургский клуб, другие клубы, которые также имеют свои сайты. То есть найти на самом деле это не так уж и сложно. Банально, даже если вы не знаете клубы, но вы можете посмотреть, где находится стадион, приехать, поискать, посмотреть. Вот. Также можно использовать соцсети, да, там тоже это все присутствует. Но стандартно это ipc.ru и воспользоваться официальными телефонами. Там можете все найти, либо пользоваться теми сайтами клубов, которые можете найти. В Москве их там вообще тьма тьмущая, и стрелковых объектов, и клубов, у них у всех сайты, контакты есть. То есть это совершенно не проблема, если у вас есть банальный доступ в интернет. Все можно найти, никто не прячется. А для чего это вообще нужно, вступать в IPC? Может, просто приезжать на стрельбище в свое удовольствие стрелять? Можно и в свое удовольствие стрелять, конечно же. Но лучше, конечно, вступить в федерацию, так как членство федерации дает вам право принимать участие в высоких по уровню своему соревнованиях. Это национальные соревнования, международные соревнования. Также это дает вам прерогативу получать звание разряда, если вы, конечно, их сможете выполнить, данные требования к таким званиям. Ну и, соответственно, наверное, меньше вопросов при перевозке оружия, конечно, и большого, да, количества патронов. Конечно, да, спортсмены немножко имеют более лояльное отношение со стороны государства, да, нам чуть-чуть побольше доступно. Также на многих стрелковых объектах, особенно в тирах, для членов IPC, как правило, предусмотрены скидки. Ну, например, в нашем тире в городе, если вы не спортсмен, то выстрел стоит, например, с ЧЗ-то. На память, опять же, как бы это не как факт, дань, да, то, что как мне помнится, было 45 рублей один выстрел, а если вы член федерации, то для вас выстрел стоит 15 рублей. И мне кажется, это весьма существенно. Ну, да, разница. Учитывая, что за тренировку можно выстрелить 300-400 патронов. Да, и эта разница для вас существенная. Также стрелки говорят, что за рубежом, если вы зайдете в оружейный магазин, то есть были, ну, люди описывали такие ситуации, показывают, что ты спортсмен, вам дают что-нибудь поддержать, посмотреть там, и так далее. То есть определенно есть магазины со стрелковой амуницией, которая предоставляет скидки. Также патроны завод «Фетр», например, в Климовске, да, если вы член федерации, вы можете приобрести патроны по другой, более низкой цене для спортсменов. То есть определенные прерогативы, выгоды из этого, конечно, существуют. Также это банальное развитие федерации, развитие стрелкового спорта и развитие оружейной культуры в целом в стране.
Потому что чем больше спортсменов, тем больше людей обращаются к безопасным оружием. Да, согласен, потому что у нас в стране вообще бытует мнение, что у нас оружие запрещено. И если как только слышат оружие, это сразу же паника и неадекватное отношение. Вот. И, соответственно, я считаю, что чем больше людей будет идти именно в спорт оружейный, тем больше поддержки от государства будет. И развитие и стрельбищ, и всей инфраструктуры стрелковой. Конечно. Вступайте в ряды Федерации практической стрельбы, занимайтесь практической стрельбой, получайте удовольствие от этого, соревнуйтесь со своими друзьями, знакомыми и незнакомыми тоже. Приезжайте на соревнования, ездите по городам, по странам, то есть это очень увлекательный разносторонний вид спорта, где вы можете познакомиться с очень интересными людьми. А чтобы вступить в федерацию, надо сначала какое-то обучение проходить? Да, необходимо пройти обучение у сертифицированного инструктора IPC. Соответственно, все инструктора, которые присутствуют в корпусе инструкторов, тоже есть на сайте IPC.ru. Вы также можете найти там мою анкету и анкету еще многих других инструкторов, с которыми, кстати, можно через сайт связаться и пообщаться, да, потому что, допустим, если вы хотите в Санкт-Петербурге заняться ружьем, например, да, вот то, что вы можете сделать, это прямо сейчас, открыли сайт IPC.ru, зашли в инструкторский корпус и нашли Вовсюкника Сергея Александровича, зарегистрировались на сайте, вы можете мне написать, мы пообщаемся, можете позвонить, обо всем договоримся, я все расскажу. Также можете найти своего инструктора в своем регионе, даже если вы не знакомы, ничего страшного там нет, напишите, хочу заниматься у вас тем-то и тем-то, так-то и так-то, я думаю, к вам выйдут на контакт обязательно. Так, а значит, мы прошли обучение? Нет, мы еще не прошли. Мы сейчас, я рассказал, как вам найти инструктора, у которого пройти обучение. Вот, мы нашли инструктора, да, прошли обучение, дальше какие-то бумажки надо собрать и куда-то с ними идти. Да, когда вы нашли инструктора, обратились с ним, да, времени, месте, обучение, соответственно, он вам объяснит, что необходимо. Как правило, для этого необходимо иметь специфичное оружие. Ну, мы опять же говорим в рамках ружья, да, то есть пистолетную, карабинную тематику мы сейчас не затрагиваем. То есть у вас уже к этому должно быть свое личное оружие, гладкоствольное, длинноствольное ружье. Вот. Соответственно, для того, чтобы пройти обучение, вам необходимо иметь минимум экипировки, это защитные очки, которые у нас, вы видите, наушники, либо беруши, опять же, свое оружие и патроны. Вот. Обучение у вас будет как по практической части, так и по теоретической части. Вам будут рассказаны основы, принципы вида спорта практическая стрельба. Вы позанимались, написали анкетки, заполнили. Опять же, на IPC.ru есть анкета для вступления, которую вы заполняете. Инструктор вам подтверждает все это дело. Также вам следует туда прикрепить свои документы. Опять же, там очень подробная инструкция. Там документов, на самом деле, нужно немного. Нужен паспорт, разрешение на оружие и оплатить членские взносы и вступительный взнос. Вот, суммы там тоже все указаны, они небольшие. Там в общей сложности, по-моему, получится 1005 рублей для вступления. Вот, вам документы все подтверждаются, и в конечном итоге вам пришлют карточку IPC, на которой будет ваша фотография, фамилия, имя и номер, который вам присвоила федерация. Все, и с этого момента вы член федерации. Можете хвастаться перед друзьями. Да. Да. Соответственно, как только вы стали членом IPC, да, обычным стрелком, то у вас сразу же появляется право вступить в судейский корпус, да, также можете пройти судейские курсы и стать судьей. Вот. Если вы захотите стать инструктором, то, к сожалению, вам придется побыть сначала членом пару лет, и только потом, спустя 2 года, пройти инструкторские курсы, на котором, если вы их сможете пройти, вам будет присвоено инструкторское звание. Друзья, мы разобрали формальную часть вступления в IPC, потому что без этого никак. Конечно, можно стрелять и в свое удовольствие, но лучше делать все по закону. Вот. Сергей, спасибо большое за инструктаж.
Пожалуйста. Мы с вами вернемся на следующей неделе, и все-таки мы берем безопасность. Всем пока, всех был рад видеть. Всем пока.